ней, посмотреть, скрипит, не скрипит, а потом уже это будешь решать. Возьмешь, не возьмешь. Я думаю, ну, в принципе, трезвая мысль, если уж на то пошло. Говорю, ладно, давай в субботу, 12 часов с тобой встретимся. 12 приезжаю, до 2 просидел, так и не приехал. Паразит. И вот, вчера к нему домой прихожу, его дома нет. Уже вечером, возвращаясь из гаража, смотрю ей. Я говорю, ну что ж ты так не делал? Говорю, я время теряю. Он начал, что, мол, ты извини, давай вот, мол, в понедельник встретимся часов 8. Ты говорю, посмотришь. А у меня сегодня к 6 часам у племянника день рождения. Я говорю, ну я сегодня, извини, говорю, не могу. И вот, он говорит, ну, во вторник у меня поле чудес. Там какой-то они, замдиректора какого-то кафе. Где-то там в центре. Ну. А это же Якубовичуль приезжает. Да, и они, как правило, потом мне говорят, в этом киряют, кафе да? Киряют. Да. Он говорит, давай на среду часов 7-8 вечера, как раз с работы приезжаю. Угу. Ну, в общем, я с ним так на среду поговорил. А сегодня вот звонил мужичку. Еще одна Нива там по объявлению. Короче, он говорит, давай сегодня. Я говорю, сегодня я на дне рождения, говорю, не могу. А потом трубку повесил, думаю, ё-моё, ну если он часов 5 заканчивает, я вполне успею. Звоню, никак дозвониться не могу. Ну вот сейчас поеду еще позвоню, может, еще сегодня взгляну на нее. А так, в общем-то, мы с ним договорились за это на завтра. Ну, в принципе, завтра выиграет, цена. Не выиграет. Цена это 5. Какая-нибудь. Ориентировочная цена 5, вот так они говорят. Ну а там все будет зависеть от того, как посмотришь. И все такое. Вот. Так что, не знаю, прям тут 2 недели с этими машинами. Я говорю, как тяжело, оказывается, машину-то купить. Да что. А мне еще один это предупреждал, говорит, ты знаешь, он продался 24-ю свою старую и 6-ку. Говорит, продать легко, говорит. На базаре постоял, говорит, человек 10 подошли, кого цена не устроила, а кто-то, говорит, взял сразу. Ну да. Вот. Зато, говорит, покупал когда, а он себе 8-ку взял за... Да, я не согласен. По-моему, сейчас и продать тяжело. Относительно того, что, говорят, покупать тяжело в каком плане? Продать за бесценок. Какие те, которые, в общем-то, все шоферы ругают у нас к приемным. Фидель все время толкают там. То есть вот за счет того, что запас мощности большой, они хорошо для лета, для хороших дорог. Это, конечно, машины идеальные. А вот для херовых дороги... Да, вот зимой ты как-то меньше видишь этих аномалий. Да. Очень... Зимой хорошо идут вот эти Ford Sierra, все, у которых задние приводные. Они, говорят, шипованную резину ставят, и они проблем не знают. А вот все, которые это передние приводные, они, говорят, как трава. А у нас наоборот, вот гляди, на передних приводных, в принципе, они рулем покрутили и выходят. Но у нас запас мощности меньше. Я помню, с одним ездил на 9-ке, и где-то на Буровой дорогу перекрыли. И там объездные, одни грузовики едут, и вездеходы. Ну, обычно дорога расквашена, по осени или по весне мы ездили. И он туда, я говорю, Сашка, ты куда? Я говорю, сейчас же застрянем, он ни хера подобно. Заехали, встали мы, это не туда, он рулем туда-сюда, только грязь вот так вот выше крыши, а он прет. То есть он колею себе делает, в общем, в этом плане переднеприводные хороши. А я вот, видишь, вольеры делаю. Я смотрю. Для этих скотов. Потому что бесполезно. Вот когда люди здесь, или там стройка вот та же, я замуж. Я помню, что мы за Барановым поехали. Нет, нас было... А, вот это я не помню, кто третий, это четвертый. Нас было трое. Значит, Сталин, ты и я. В час мы собрались на Запорожье, сели. И вот, нам дали первый заказ. Я уж не помню, там это заранее кто-то столик стоял. Мы за день сделали, я уж не помню, сколько заказов, но не очень много, не очень мало. Но когда посчитали деньги, уезжая домой, это было часов 7, наверное, вечера. Был по 25 рублей. У нас был, нет, не по 20. У нас, как сейчас помню, было по 45 рублей у каждого. Слушай, а зарплата, это были астрономические деньги. Зарплата за месяц у меня была 110 рублей. Вы я поняли? Когда пришел домой, достал 45 рублей. За день. Все обалдели. Да не за день, с часу до 6 или 7 вечера. Да. Ну тогда налоговые не было, они не душили, там что, 3%. У нас была за это 35 рублей стоимость заказа была. Да, 35 рублей, да. 3% мы с них должны были отдать. Ну, государство. Да. Государство. Но мы брали как 5 рублей откладывали с 35, чтобы там коньячок кому-то купить, подарочки. А 30 рублей шло у нас, как говорится, на заработную плату.
наличными. Резонирование? Не зная, как это делается. Мы втроем делали первый заказ 2 часа. Вот это я запомнил совершенно точно. А потом уже, ну, когда опыт набрали, у нас где-то уходило 30 минут на заказ. Вот есть. Зато второй день я запомнил все больше. Во-первых, мы уже начали, приехали пораньше, на выходной день. Приехали пораньше, и вот сразу нас послали, вот где пушка, вниз, к Волге, там 4-й проезд Чернышевского. На первом этаже свадьба, покойник на втором этаже, килограмм под 150, тухлый бабёшка. Мы поехали с тобой вдвоем. Вот, она Сталин лежит, не смог вся дойти, течет. По-моему. Нет, мы потом вызвали Сталина, он еще кого-то взял, мы вчетвером. Вот ее там бальзамировали, заворачивали в целлофан. Вот на это у нас шел на этот заказ, по-моему, 4 часа. Ну, потому что мы ждали еще, пока Сталин приедет. Полы, помню, дощатые, деревянные такие были. И вот получалось, внизу свадьба гуляет, вонище, лето, жара. Вот, а мы наверху дышим вот этой всякой дрянью. Но, правда, после этого у нас, вот второй день, я помню... Это был богатый заказ, очень много денег взяли. Да, нам сразу заплатили. Не 35, а чуть не 100 рублей, 150. Просто я помню, мы домой приехали, у меня уже в этот день был 110 рублей. То есть месячная зарплата. Ну, а потом уже... Ну, ладно, с праздником. Я только когда? Когда же вас ждал здесь? Ладно. Пацаны, у вас есть? Нету. Вообще ничего. А у тебя что? Я привозил. И эскимосский переворот. Чуть не льется. Это на вот.